Вечерочек, ты на канале Gente Games, где мы с тобой играем в разные игры, и сегодня мы будем играть в игру под названием Buckshot Roulette. Игра от Майка Клубники. Не будем терять время и начнем. Но прежде чем начнем, сообщаю, у меня есть страница на Boosty. Для тебя доступны разные виды подписок, чтобы получить анонсы и смотреть эксклюзивный контент на Boosty. Вступай в группу ВК, где ты можешь предлагать разные игры для прохождения. Подключайся к серверу Discord для общения и обсуждений, Honkai Star Rail, хорроров и много чего еще. Жду тебя там, все ссылочки в описании. Опа, где это мы? Я думал, мы сразу за столом очутимся. Смотри, игра может немного подлагивать, потому что тут нет нормальной какой-то оптимизации изображения. Поэтому, извиняй, получается, как получается. Вот это туса, вот это лаги. Надеюсь, их не будет так сильно видно. Так, нам в ту дверь. Пойдем. По идее, за столом? Вот, супер, мы за столом. Напиши отказ от претензий. Окей. Ввести имя G-A-N-T-E. Ну, Enter. Ганте. Подписал. Дилер и Ганте. Один боевой, два холостых. Ага. Ну да, это типа русская рулетка. Если патроны в случайном порядке. Так, кстати, если ты уже смотришь, то поставь, пожалуйста, заранее лайк. Вдруг это поможет нам победить в этом сражении. А дробовик дилер пропустит вход, если вы выстрелите в себя холостым. Ага, либо дилеру, либо нам. А, давай нам. О, не выстрелил. Снова я? Давай. Давай снова я. Блин, я щурюсь. Ах, собака. Не повезло. Осторожнее. А, да, это неприятно. Что, опять он или я? Ага, теперь он выбирает. Давай, в себя стреляй. Ах ты, сука. Давай, давай, давай. А, в смысле? Три боевых, два холостых. А как это все... Как это влияет? Они попадают в патроны в скрытой последовательности. Угу. Три боевых, два холостых. Так. Давай в дилера стрелять. О! Вот так хорошо. Три боевых, два холостых. Теперь 50 на 50. А почему ты забрала? Дай. Стреляй в себя быстрее. Ну, отлично. Слушай, мы что, прошли? Все? Короткое видео получилось. Слушай, нормально, надо высчитывать. Ганте побеждает, ну еще бы. Ага, второй и третий, там вообще жопа какая-то, я понял. Давай-ка сделаем игру поинтереснее. Давай. Два предмета каждым. Больше предметов перед каждым раундом. Мне нужно... Так, наручники. Так, а что нам делать? Подожди. Один боевой, один холостой. Блин, 50 на 50. Так, дилер пропускает следующий ход. Ножовка. Дробовик наносит 2 единицы урона. Давай, наверное. А, класс, класс, слушай. Дилер пропускает следующий ход. Ну, я не совсем понимаю, если я стреляю, типа, в себя и холостой, то я же дальше и в него могу стрелять. Какой ход он должен пропускать? Давай, короче. Нифига ты, что творишь? Так, это уже обрез. Да давай, давай себе, хер с ним. Рискну, смотри, что делаю, смотри, что делаю. О, не выстрелил. Лови. Чё? То есть на себя мне не нужно было. Там, пожалуйста, все, дилеру. Стреляем в дилера. Ну тут уж извиняй, тут уж все понятно.
Блин, а можно было два снять. Все, я понял. Я думал сохраниться. Так, по два предмета давай. А что там? Лупа. Положи сюда. И... Опа. Эй-эй-эй-эй-эй! Это... Я зачем это... Почему? Там что-то было крутое. Два боевых, два холостых. А теперь он... Лупа. Взгляните на текущий патрон в патроннике. Опа. Давай посмотрим. А подожди, это какой? Это боевой? Давай в дилера. Там боевой. Так. Ага. Че, ты еще живой? Ты че, его лечишься? Лянсик, взять, закурил. О, да ты че? Еще? Что ты сейчас там сделал? Там нет ничего, ага. Что? О, ах ты скотина, он меня сейчас стрелять будет. Смотри, что делает, сука. Ах ты твою мать. Ну-ка. Нет, слушай, это надолго. Это надолго. Дайте мне снова эту подписку от бога. То есть я могу менять? Или почему убралась-то? Так, три боевых, два холостых. Я запомнил. Окей. Так, смотри, что нужно делать, что нужно делать, что нужно делать. Я выбираю, короче. Это что, пачка сигарет? Снимите стресс, возвращает один заряд. Во-первых, он мне может нанести два урона. Давай восстановим заряд. Сейчас покурим. Курение вредит здоровью, если что. Я не курю, тебе тоже не нужно. Так, теперь мы пропускаем следующий ход, пусть. Надевай на себя наручники, молодец. Я смотрю лупу. Смотри, что тебе, боевой. Беру, в дилера стреляю. И он пропускает ход, правильно? Наручники я ж не зря ему надел. Он в наручниках сидит. Так, три боевых, два холостых было, да? Давай на меня рискнем. Давай рискнем на меня. Ах ты, сука! Я рискнуть на себя хотел. На меня наручники? Ах ты, падла! Падаль! Стреляй в себя, пожалуйста. Ах ты, так было... Там два холостых? Нет, один холостой остался. Один. Один холостой. Все, дай я в себя выстрелю, дай в себя выстрелю. Ах ты, сука. Ну это холостой. Это холостой. Ага. Так. Ему еще раз ему нужно дать. По щам. Лупа, супер. Блин, а вдруг там не боевой? 3-3. Ага, я понял, 3-3. Блин. Сейчас мы с тобой разберем. Сейчас как лупой тебе в глаз залезу. Так, последний. Последний шанс. Давай, короче, ему надевай наручники. Пусть он в наручниках. Моя логика такая, он в наручниках. Мы сейчас смотрим лупой. Подсматриваем, что у него там. Холостой. Ладно, на себя. Давай на себя. Холостой. Ну чё, я знаю, что там. Осталось два холостых, три боевых. И я стреляю в него. Он должен пропустить ход. О, да, получилось. Да. Вот так, yes. Что, все, да? Ну, конечно. Ну, как может быть иначе? Так, третий что-то жесткое, видимо, намечается. Что ж, вот и подошло время финальной дуэли. Ну давай, чего? Больше никаких дефибрилляторов, никаких переливаний крови. Только ты и я, и наш последний танец на грани жизни и смерти. Да вообще удивительно, что вы как-то после выстрела в лицо оживаете. Что это такое? Так,
4 предмета каждому. 4 предмета? Сигарета. Хорошо. Лупа. Хорошо. Наручники. И 2 урона. Так. Вот, ох. Так. Правда? Знаю. Блин, я сейчас умру, короче, если что, да? Блин, в себя даже стрелять стрёмно. В себя стрёмно стрелять. Просто, а смысл в жизнях, если они не восстанавливают? Да похеру, давай, сначала в себя. О-о-о-о. Ой, отпустила. Отпустила, луп уберу. Там по-любому должно быть боевой. Супер. Давай. Режем. Отлично. Наручники на себя надевай. Я все, что у меня есть, на тебя потрачу. Стреляй в него. Супер, давай, 2 ему отнимай. Отлично, еще 2 ему нужно каким-то образом отнять. Так. Ну я предлагаю. Блин, а я забыл. Я забыл патроны. Я забыл, какие патроны. Ну давай в него. Ай, сука. Так, я забыл, какие патроны были. Напомните мне патроны. Как... Лупа, лупа, наручники. Еще что-то, да? Это сюда давай. А что это? Подожди. Так, сколько? Блядь, 4, 4. 4, 4 вроде было. 4, 4. Пачка сигарет. Сними... А один заряд? Это тоже пачка сигарет. Так, было 4, 4. Я могу подсматривать. Опасно. Надевай наручники на него. Мы должны победить. Как ни крути, должны победить. Давай. Ну видишь, он живой. Ага, ладно, на себя. Давай на себя. Мы знаем, что там. 4-4. Так, получается осталось 4-3. 4-3. Давай еще раз. 4-3. На себя. То есть, получается, 4-2. И он наручники снимает, да? 4-2. И в него давай. 4-2. Должно выстрелить. Да, выстрелила. Супер, молодец. Ага. Так, 4-2. 3-2 получается. 3-2. Давай в него стреляй. Не ждем. Ай, да ты собака. Нет. Все, 4-2. 3-2 получается. 3-2 получается. Очень любопытно. О, нет, это плохо. Это плохо. Блин, 3-2. О, ну конечно, давай себя восстанавливаю. Я тоже сейчас себя восстановлю. Так, я помню, было 3-2. Ну ты много понабрал, слышишь? Это нечестно. Это нечестно. В меня летит, смотри. Ну а как иначе, конечно. Сучий потрох. Все? 3-2. То есть 2-2 осталось. Опять 2-2. Давай на себя. Рискую, рискую. Рискнул. 2-1. Осталось 2-1. Давай пачку сигарет закурим. А, да и ту можно сразу закурить. 2-1. 2-1. Какова вероятность, что... Давай в него, короче. Отлично. 1-1 осталось. 1-1 осталось. Ты сразу решил? Пусть там будет холостой. Пусть там будет холостой. Просто ошибись. Ошибись, прошу тебя. Сука, не ошибся. Какого черта? Ах ты скотина. Ну и там холостой. Лупа. Вот эта штука. Лупа. Наручники. Так, 3 и 2. 3 боевых, да, 3 боевых. 3 боевых и 2 таких. 3-2. 3 боевых и 2. Блин, у меня нет восстановления жизней. Мне нельзя ошибаться, это опасно. Давай, короче, в него.
сука. Подожди, почему ты ходишь? Алло. Ну все понятно. У него еще глянь, сколько этих жизней. Подожди. 3-2 было. 2, а, получается, 1-1 остался. 1-1 остался. Остался 1-1. И он взял и стреляет в меня, да? Нет, в себя. О, молодец. Один холостой остался. Один холостой. Ну. Остался один холостой, чего? Пиздец, я щитовод. Бля. Каким образом? Каким образом это так получилось? Я же щита. Так, смотри, дохерища луп. 4 и 2. Нет, отдай! Отдай! Все, спасибо. Пиво, передерните затвор, извлеките текущий патрон. 4-2. Смотри, 4-2. Я, во-первых, на него наручники надену. То есть, если сейчас там 4 подряд нам вот помогут, мы его убьем. 4-2. Давай смотреть. Луп у нас дофига. Супер. 4-2. Давай. Бери и стреляй в него. В дилера давай. Супер, отлично. 4-2. А вот тут считается за 2 или нет? У нас 2-2 осталось или 3-2? Так, получается 3-2. Что? Ты еще в наручниках, сиди. Готов? К чему? Готов. Убить тебя? В смысле? Что? Что происходит? Вот тут теперь не восстанавливает. Наручники надеть нельзя. Могу лупу хотя бы это сделать. Боевой. Готов. В дилера стреляй. 4-2. 3-2. Теперь 2-2. Все, он умер. Я победил. Я выиграл? Победа с первого раза? Ну, кайф вообще. Так, смотри, если тебе нужны какие-то советы по рулетке, меня не спрашивай. Это чисто случайность. Я открываю. Открываю. Вот эта баблишка привалила. Это доллары? Ну, супер. Победоносно. Просто, понимаешь, просто нужно понимать. 70к. Бизнес-гейм, поздравляю, Ганте. Так, сделано выстрелов 19, извлечено патронов 30, выломлено дверей 2, выкурено сигареты 3, пиво, выпито пиво 0. Видишь, не пьющий человек, но курящий. Ну, класс. Это вся игра. Вот такой коротенький ролик, но игра довольно очень-очень интересная. Я не думал, что она настолько классная окажется. И думаю, что... Надеюсь, что не будет сильных лагов. И что тебя, если и будут какие-то лаги, они тебя не смутят, и ты поставишь хорошую оценку моему видео в виде лайка. Открыт режим все или ничего. Ага. Ух ты, выломали компьютер. Что это? Выпить таблетки, может повлиять на способность к вождению. Выпивай. Это что-то новенькое. Chasing loses. А что за монитор был? Человека нет. Так, погоди. И что там дальше? Ну все то же самое. Подпиши отказ от претензий. Ну ты, конечно, чепушила. GANTE. Подписал. Ну, а то уже сразу смерть. Да?
Что это? Нет, все то же самое. А где режим все или ничего? Я не понял прикола. Одноразовый телефон, тестный голос откроет завесу будущего. Давай. Третий патрон боевой. Зашибись. Ну давай на меня. Что делать? Пока. Нет, слушай, нормально. Тогда следующий на тебя. Блин, ну третий боевой. Нет, нет. Скотина, ты просто скотина. Бля. Это была моя подсказка, не твоя. Зачем ты подслушиваешь чужие разговоры? Олух. Воу. Еще какие-то штуки. Еще что-то есть. 2, 3. Ага. Так, 2, 3. Что вот это? Инвентарь, меняющий текущий патрон, патронники на противоположный. Так, давай послушаем телефон. Прикол. Пятый патрон боевой. Пятый. А их было 2, 3. 2, 3, то есть один где-то в начале. Один где-то в начале. То есть я могу посмотреть. Давай посмотрим. Ага. Смотри, что делаем. Меняем. Вот эту мы делаем штуку. Сделали. На него мы вешаем наручники. Прям по жесткому идем. Берем вот это и стреляем в него. Блин, они же как-то считаются там, да? Дальше. Пятый патрон боевой. То есть если я их передвинул. Давай считать, что я их передвинул. Давай я на себя. Передвинул. Так. Потом я сделаю вот так. Хоть это будет правильно я посчитал. Хоть я правильно посчитал. Ага. И в него стреляем. Ну, все супер. Отлично. Вот они подсчеты, понимаешь? Вот они подсчеты. Отличные, жесткие подсчеты. А там пусто. Что ты хочешь? Там пусто. Как это? Я же считал. А все, я сдох? А что за компьютер? Вольта. Так, сделано выстрел. А, это просто статистика. Всего денег. А ничего больше не нажимается. О, посмотрели мы. Это что, у вас столько бабла? Вы столько сыграли раз? Это что, сетевая игра? Слайер. О, 8500. Всего, в смысле, 8500 заработал? Посмотри мой счет. 63, 69, 340. Алло. Слайер, у тебя получится. Ты сможешь. Это мои друзья, видимо. Это мои друзья. Это мой друг, я его узнал. Ну, прикол. Слушай. Если ты знаешь, как играть вот в этот режим все или ничего, ты можешь написать, рассказать, зачем вот это нужно, если ты знаешь. И, возможно, потом еще в нее вернемся, потому что игрушка реально прикольная. Но второй раз нам не повезло. Что поделать. Надеюсь, тебе понравилось это видео. Подписывайся на канал, оставляй лайк и комментарий, делись этим роликом с друзьями, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Скоро увидимся. Всего доброго.